Добрый день, милые дамы и уважаемые господа. С вами Светлана Амельянцева, автор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. В этом видео я расскажу вам о том, что мы готовимся к новому марафону машинного вязания, который называется «Кички Миттл». И пока мы не будем рассказывать, что это за изделие, это секрет, но мы уже получили пряжу от нашего спонсора магазина «Солонимская пряжа» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. И эту пряжу мы в руках пока не держали, но читали о ней очень много положительных отзывов. И поэтому мы договорились с магазином о том, что нам предоставят эту пряжу для тестирования и для того, чтобы мы могли связать из нее несколько предметов. И первое, мы будем выполнять из нее изделие марафона. Это розовый, фисташковый, цикламеновый примерно. И из второго комплекта мы свяжем шапочку для мальчика на наших двухфантурных вязальных посиделках. А если что-то останется, то мы используем и эту пряжу, потому что по ощущению она очень приятная и, судя по отзывам, она действительно очень хороша к телу. Поэтому не забывайте о том, что у нас кроме марафона существуют еще открытые и закрытые вязальные посиделки. Ждем вас, приглашаем. Все ссылочки на магазин спонсора «Солонимская пряжа» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, ссылка на страницу подписки для участия в марафоне «Кички Миттл» и ссылка для подписки на наши открытые креативные вязальные посиделки тоже находится под этим видео. Если вы хотите получать от машинного вязания удовольствие, а не только изделия, в которых вам будет тепло в лютые морозы, приходите на наши мероприятия, и мы вместе с вами будем радоваться тому, насколько машинное вязание может быть неожиданным и дарить огромное удовольствие как вам, так и тем, кто будет смотреть на ваши работы. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.